Всем привет! Меня зовут Дато, это канал Тектула, и сегодня будет полный обзор полуавтомата Kingstar 400 от фирмы Sibora. Начнем со списка программ в режиме полуавтоматической сварки. В нем есть сварка импульсной дугой, сварка сжатой импульсной дугой, форсированной с повышенной подачей проволоки. Линейный режим с возможностью изменения, точнее корректировки подачи проволоки, как уменьшение, так и добавление. SRS, аналог Cold Weld, Cold Arc, с помощью блока обратной связи. 3D-пульс, модернизированный и улучшенный импульс, импульсная дуга, также производящая сварку посредством комплекса обратной связи. И полностью мануальный режим, в котором отключается вся синергетическая поддержка. Кроме сварки, собственно, механизированной в режиме полуавтомата, у него также есть режим аргонодуговой сварки, сварки неплавящимся электродом в среде того или иного инертного газа. Кроме этого, кроме обычного классического режима сварки, у него есть режим DC APC, это активный контроль мощности дуги в зависимости от высоты, от длины дуги. Такие режимы, как сварка постоянным током до 400 ампер с контактным поджигом, сварка постоянным током с активным контролем мощности дуги, режим DC-XP, сварка постоянным током с импульсной высокочастотной дугой с фиксированной частотой 16 кГц. Ну и куда же без матери всех сварок? Ручная дуговая сварка покрытыми электродами постоянным током до 400 ампер. Сейчас мы более подробно пробежимся по синергетическим программам в режиме полуавтомата. Первый режим – пульс. Сварка импульсной дугой всех сплавов, всех сталей для уменьшенного тепловложения, меньшего коробления и лучшего проплавления металла. Пульс HD – импульсная сварка, форсированная дугой с увеличенной подачей проволоки. Шорт. Классическая сварка постоянной дугой. Шорт HD, то же, что и классический шорт, линейный режим, но с возможностью регулировки, корректировки подачи проволоки, как уменьшая, так и прибавляя ее, без изменения силы тока и напряжения на дуге. SRS, сварка контролируемой дугой. Перенос металла короткими замыканиями с минимальным тепловложением производится через блок обратной связи. 3D-пульс. Тот же самый импульс, только улучшенный. Понятия не имею, как это работает. Sibora не распространяется, не разглашает эту информацию. Работает также через клемму и блок обратной связи. Ручной, мануальный, обычный режим, когда отключается синергетическое управление, и сварщик регулирует абсолютно все. Вы знаете только скорость подачи и напряжение, но вы понятия не имеете, какая сила тока. Чуть не забыл. Режим RUT, сварка корневых проходов в широкий зазор. Выбор сварочных материалов, он внушителен. Я все не назову, это долго, да и некоторые я просто не знаю. Также очень внушительный выбор используемых газов. Мы их сейчас продемонстрируем. Режимы работы триггера. Двухтактный, четырехтактный, трель с полностью настраиваемым горячим стартом, заваркой кратера и отдельным режимом спот. Триггер — это кнопка. Да. Двойной уровень, дабл пульс,
Dual Pulse, Dual Pulse. Это то, о чем я вам рассказывал. Ссылочка будет там. Регулировка индуктивности. Очень нужная функция на полуавтомате. Кстати, скоро об этом будет видео. Ну и регулировка напряжения на дуге, регулировка длины дуги. Это есть у всех полуавтоматов, соответственно, это здесь есть тоже. Видео в процессе монтажа, и скоро тоже появится ссылка здесь. Также есть 99 ячеек памяти, я ими активно пользуюсь, но, собственно, по надписям это понятно. Он реально тут написал World Porn. Также есть возможность управлять всеми дополнительными принадлежностями. Ну и графа «Параметры» со всевозможными дополнениями и прочим. Через нее вы можете более точно настроить свой аппарат. SWPS – специальный пакет поддержки технологических карт сварки. Специально для огромных производств. Обновление программного обеспечения с панели лицевой простой флешкой. Укомплектован модулем подачи сварочной проволоки с возможностью управления непосредственно необходимыми настройками с лицевой панели. Укомплектован шланг-пакетом в данной комплектации 4 метра с возможностью удлинения до 10 метров, а может быть даже и больше. Отдельно хочу отметить очень удобный рым. Для возможности подвесить блок над вашим местом работы. А для мальчиков, которые соскучились по машинкам, есть колесики, и он очень удобно крутится, вертится и просто передвигается по полу. Есть возможность веб-управления, мониторинга общего состояния и используемых вами настроек через интернет. Итальянцы, заразы, хитрые, у них есть защита от дураков. Если открыт механизм подачи, то аппарат будет ругаться. Отдельно хочется показать протягивающий механизм с четырьмя роликами и с очень удобной подсветкой самого механизма. А сейчас я возвращаю штатную горелку. Обратите внимание, это стандартный евроразъем и быстросъемы под охлаждающую жидкость. С вами был Дато. С ним была его пушка-гонка. Всем пока. Stop it to the cash pit, look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quick to save my peace, I'm so after school special. She brainy but them jeans looking like paint, I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know a damn well they really can't press us. I notated on leaflet, I'm really up a few levels with it. Like way, way out the way from them, can't see me, you can't battle with us. E&J in my Earl Grey hood brunched up with the cheese eggs and a dumb face, no stunning shade still turned up. Been had it poppin' in broad day, that's Avi. Flower child from the sun rays, but I run fade, got a punch drunk. My providence, they don't love us, they'd rather treat us like an animal. They wonder why we on ape shit, escaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum, yelling fuck 12 with a big smile, young phantom. Hi mom, I'm on camera, coming live from the mud pit, we don't take post beat for granted. Plan to keep it stress free, live and die young, I leave it on the canvases. Split up some with my better half, trade day like it's a holiday. My shit on dumb flame till the wheels kill, I'm on road rage, yeah.
My shit on dumb flame till the wheels fall, I'm on road rage. I've been on a run. My third eye open. Been trying to kill emotion. Life in the slums.